Адмирал выиграл серию у Салавата Юлаева и впервые в истории вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ. В субботу во Владивостоке моряки принимали Салават Юлаев в 6-м матче серии. И у гостей больше не было права на ошибку. Команда проигрывала главному открытию нынешнего сезона 2-3. В первом периоде уфимцы повели в счете после точного броска Александра Хмелевского. Однако удержать позиции не удалось. В конце встречи адмирал установил победный счет и выиграл серию 4-2. Моряки впервые в своей истории пробились во второй раунд плей-офф.